Всем привет, друзья! Сегодня я вам покажу способ, как можно проверить свою батарею на айфоне на изношенность. Это особо пригодится вам, если вы будете покупать какой-то восстановленный айфон, либо бэушный айфон. Вы можете всегда посмотреть, насколько батарея на нем убита. Ну или просто на своем айфоне посмотреть, насколько у вас батарея убита, стоит ли менять батарею сейчас или нет. Недавно эта функция появилась в iOS 11.3. Для этого мы заходим в настройки, дальше переходим в пункт аккумулятор. И здесь будет состояние аккумулятора, бета-версия. Заходим сюда, и здесь будет написано максимальная емкость. В данный момент на этом айфоне, это семерка, у него максимальная емкость 95%. То есть изначально емкость 100%, но 5% у меня уже емкость ушла. То есть со временем аккумулятор он деградирует. Об этом как раз вот здесь и написано. То есть видите, это никак не зависит от процента заряда аккумулятора. Заряд может быть 100%, но при этом максимальная емкость 95%. И сейчас, так как маленькая деградация, он пишет, что у меня пиковая производительность. То есть не мешает такой маленький износ максимальную производительность выставлять. Но если бы у меня была максимальная емкость там 70%, 60%, то есть когда уже много было бы потеряно, когда уже у меня был бы старый аккумулятор, он бы сменил пиковую производительность на энергосберегающую производительность, чтобы телефон не очень быстро разряжался. Если здесь написано пиковая производительность и, например, вот такой вот максимальная емкость 95%, это небольшой износ, это значит можно аккумулятор еще пока не менять. Но смотрите, есть еще один такой случай, когда у вас тоже телефон на iOS 11.3, вы заходите сюда и переходите все так же в состояние аккумулятора, но при этом у вас крутится вот здесь кругляшок, и он вам не показывает, какой у вас аккумулятор, насколько он у вас изношен. Это значит, скорее всего, у вас установлена не оригинальная батарея. Как раз этот телефон, он восстановленный, здесь не оригинальный экран, здесь не оригинальная батарея. Этот телефон я заказывал с сайта AliExpress. Поэтому с помощью вот этого способа проверить не получится. Но есть еще один способ. Заходите в App Store, здесь находите программку Battery Life, она бесплатная, и когда она скачивается, просто заходим в нее, и здесь нам сразу пишут, какой уровень износа аккумулятора. Она практически всегда с точностью определяет, какой уровень износа, ей действительно можно доверять. И здесь показывает нам программка, что 9% уровень износа. И это хорошо. Это хорошо, то есть в этом случае, если 9%, тоже менять аккумулятор я вам не рекомендую. Если же вы покупаете новый iPhone из магазина, не восстановленный, не бэушный, то там должна быть 100% максимальная емкость. Например, вот у меня есть еще один iPhone, это iPhone SE, его я покупал в магазине и очень мало им пользовался, ему еще даже нету года, и поэтому здесь аккумулятор еще максимальная емкость имеет. Видите, 100%, то есть он вообще в идеале, и его, конечно, еще менять долго не понадобится. Ну что ж, вот такое видео получилось. Очень хорошо, что Apple догадалась сделать такую функцию, чтобы отслеживать состояние аккумулятора. И это, как я говорю, еще раз очень поможет при покупке iPhone BU. Если вы подойдете к человеку, посмотрите, ага, у тебя аккумулятор там 30% уже потерял. Давай-ка мне скидочку. Или ладно, не буду тебя брать, посмотрю у кого-нибудь другого. Ну и вы также, как владелец iPhone, всегда можете отслеживать состояние и в случае чего поменять свой аккумулятор. Что ж, на этом все. Я думаю, я кому-то помог. Если помог, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь. Всем спасибо за просмотр и всем пока.